Сергей Шаргунов – российский писатель, лауреат множества премий, журналист, телеведущий и общественно-политический деятель. Он известен авторскими передачами «Открытая книга» и «12», а также книгами о жизни людей, оказавшихся в центре значимых исторических событий. На этот раз героем Шаргунова стал не человек, а целый город – Саров. Для меня это было интереснейшее расследование. Просто было по-человечески крайне любопытно погрузиться в то обилие информации, которое дарит саровская история. История, которая продолжается. «Саров. Два подвига» о том, как в истории города соединились две противоположные на первый взгляд сферы – православная и научная. Работая над книгой, Сергей Александрович много времени провел в Сарове. Изучал архивы, встречался с выдающимися работниками ядерного центра. Открывали для меня определенные архивы и определенную эксклюзивную информацию мне передавали. Необыкновенно. Столько архивов, столько свидетельств. И повезло, посчастливилось общаться с Юрием Алексеевичем Трутневым. Можно сказать, что эта книга его памяти. На страницах книги оживают многие великие люди. Харитон, Курчатов, Сахаров, Фернандский, Зернов. Но здесь нет места сухим фактам из биографии. Автор постарался показать ученых с другой стороны, рассказать об их увлечении музыкой и искусством, которые вдохновляли деятелей науки на новые идеи. Я надеюсь, что в этой книге будут определенные открытия для тех людей, которые, даже живя в Сарове и многое о нем зная, не были в курсе всего того, о чем я постарался рассказать. По словам писателя, не вся информация уместилась в формате одной книги. Поэтому сейчас Сергей Шаргунов готовит выпуск о Сарове в рамках передачи «12». А в будущем писатель планирует снять сериал, чтобы показать все интересные исторические события или написать повесть о нашем уникальном городе. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».